Тайная вечеря. Пасхальная трапеза Спасителя с учениками и апостолами накануне крестных страданий в Великий Четверг. Во время этой вечери Иисус Христос установил таинство причащения, Евхаристии, как благодатного средства единения верующих с Богом, которое совершается ныне за богослужением, именуемым литургией. Краткий перечень событий Тайной вечери – умовение ног Иисусом Христом своим ученикам. Господь объявляет о Своем предателе, установление таинства Евхаристии. Господь возвещает ученикам заповедь о любви, предсказание Христа, что ученики соблазнятся о Нем в эту ночь, обетование о Святом Духе, первосвященческая молитва Спасителя Богу Отцу.